Добрый день, мои хорошие! Сегодня у нас бутерброд родом из СССР. Кто родился в СССР, ставьте лайки. Мы посмотрим, сколько нас. Итак, приступим. Берем кусочек хлебушка и намазываем тонким слоем масла сливочного. Я подобрала самое лучшее масло. Вот так немножко. Так, и второй. У меня будет сегодня два бутерброда. Ну, вот так достаточно. А теперь я возьму пилечку. И смотрите, сейчас я возьму кильку и вот так вот отрываю вот здесь около головы и брюшка и вытаскиваю содержимое. Вот так. А теперь нам нужно эту кильку раскрыть. Вот так нажимаем, берем косточку и вытягиваем ее. И отрываем вместе с хвостиком. Вот получилась вот такая вот у нас раскрытая килечка. И кладем на бутерброд. Здесь, наверное, две уместятся. Поэтому я возьму вторую. И точно так же отрываем голову. И вместе вот так с внутренностью, вместе с брюшком отрываем. Вот так нажимаем. И вытаскиваем косточку. Все, я думаю, что вы все поняли. И вот, пожалуйста, вторая килечка у нас на хлебе. Вот такие бутерброды у меня получились. И сейчас я их буду украшать луком. Они подавались с луком. Вот так вот укладываем лучок. Вот так красивенько. Я помню, я еще девчонкой была, подростком. И попробовала как-то этот бутерброд вместо местной столовой. Мне так понравился он, что я при каждой возможности забегала в эту столовку и покупала себе вот такой бутерброд. Он стоил копейки, но вкус неповторимый. Вроде бы, ну что здесь? Самые простые продукты. Килька, хлеб и масло сливочное. Ну, лук, конечно, это тоже свою изюминку дает. А, кстати говоря, и тарелочка с тех времен. Готовьте такой бутерброд. Всем приятного аппетита. И пока-пока.